Вітаю вас, друзі! В ефірі з вами я, Владлена Сопко, і Телеакадемія – проект, що підтримує талановитих митців. І сьогодні наша студія знов зібрала багато творчих особистостей. Поряд зі мною Аліна. Вона вже не вперше в нашій студії презентує свою відеороботу. Починалося все ще зі студентських років. А на сьогодні Аліна має вже цілу серію інтерв'ю з успішними людьми. Отож, давайте переглянемо одне із них. Увага на екран! Welcome to Bucari Boutique. It is a really big pleasure meeting you and Elle Magazine. Hello, Stefano. Thank you so much for having interview with us. So my first question to you, Stefano, how you became director of such a big company? That's a really interesting question. Before I was working in a luxury business and in another sector in my own company. And I used to come in Ukraine here before for my previous job, and I already felt something special here. I really felt at home. And when I had the opportunity to meet Bulgari and they explained me this project, I was enthusiastic. I said, yes, I would like to join this group, I would like to join this project, and I'm sure we will do a great job in Ukraine. Аліночка, скажіть, будь ласка, а чому темою вашої бесіди зі Стефаном став саме успіх? Вы знаете, на самом деле для меня всегда были интересны люди, которые добились успеха. И, наверное, в каждый момент любой человек понимает, что он ставит перед собой определенную задачу, он хочет чего-то добиться. И, знаете, наверное, когда ты учишься в университете, когда ты как бы думаешь только о том, как прийти на пары, да, ну да, ты ставишь себе какие-то цели, но вот конкретно, когда лично я вышла за порог университета, я поняла, что перед тобой открываются огромные возможности. Ты можешь пойти этой дорогой, этой дорогой, этой дорогой, да. И мне было очень интересно пообщаться с теми людьми, которые достигли успеха. И я начала делать эти интервью для того, чтобы показать людям, можно сказать, один из планов достижения успеха. То есть, на самом деле, ведь не все, на самом деле, все хотят достичь успеха и сказать, возможно, когда уже достигнут пенсионного возраста, я не знаю, что вы знаете, я сделал все возможное, и я достиг своей цели, да. И для меня самой-самой главной задачей было, знаете, показать человеку один из вариантов, как он может прийти к своей мечте. Если он хочет быть бизнесменом, я расскажу ему один из путей пробивания именно в сфере бизнеса. Если он хочет быть ведущим, вот он этот путь. Конечно, я не говорю о том, что нужно следовать именно тому, что говорит этот человек. Но от каждого человека можно взять какой-то плюс и какой-то урок. Потому что всем нам по жизни иногда приходится встречать людей, которые могут нас научить этому успеху. Очень много бизнесменов, успешных людей пишут книги свои о том, как они пришли к этому. Да? И, если честно, все книги, которые лично я читала, они не были без вмешательства там человека, который, ну, можно сказать, так, знаете, встряхнул тебя, да, и сказал, вот, ты должен достичь этого так. Поэтому вот, например, интервью со Стефаном, и я очень благодарна ему, что он согласился со мной побеседовать, да, даже в этом интервью он рассказывает свой путь, и это настолько интересно, и для меня настолько важно раскрыть человека не просто как именно человека, который достиг успеха в своем бизнесе, а как человека, который не потерял свои моральные принципы, потому что для меня очень важно, я восхищаюсь людьми, которые пришли к успеху, оставаясь теми, кем они есть, или даже, может быть, где-то стали лучше. И я надеюсь, что вот мне хочется намного еще больше общаться с людьми и делиться с ними вот этими секретами успеха. Людей, которые могут вдохновить и рассказать что-то новое. Я не знаю, дать тебе, может быть, стимул идти вперед. Дякую, Мариночка. Давайте запитаем у Стефана. Поделитесь, будь ласка, с нами, что ж такое успех? Успех – это очень персонально, я думаю, потому что каждый человек имеет свой путь быть успех. So, для меня это быть очень сильный, очень подготовленный, но я думаю, каждый человек имеет свой путь быть успехом. В нашей студии сегодня также присутня Наталья Яковенко, ведущая. Наталочка, скажите, будь ласка, что ж таке для вас успех та як його досягти? Для мене успіх взагалі категорія абстрактна, тому що успіх для кожної людини, він різний. Для когось успіх – це бути, мати там статки певні, для когось це просто жити і насолоджуватись тим, що дощ іде, чи, можливо, там вітер віє. Ну, це абстрактна категорія. Для мене треба займатися тим, що вам подобається. Просто, дуже просто.
Дякую. Давайте запитаємо вашого колеги, який і ведучий, і журналіст, і режисер. Чи ви пароход? Так, скажіть, будь ласка, а чи досягли ви вже успіху, чи які цілі, можливо, перед собою ще ставити? Я думаю, що той, хто говорить... Стефан специально для вас, обмениваюсь просто по-русски. Я думаю, что тот, кто скажет, что я однозначно успешен, конечно, это боец, по-моему. Это человек, который отдает себе в этом отчет и отвечает за свои слова. Но в то же время останавливается, говорит, все, я успешный, мне ничего не нужно, это путь в никуда. Это два шага назад и прекращение какого-либо развития в принципе. Поэтому... Ну, конечно, я успешный. Ну, конечно, я стремлюсь быть успешным, безусловно. Этот процесс останавливать нельзя, и это скорее, знаете, как работа над собой, она бесконечна. Дякую. А давайте запитаем у нашей студии, про что мрієте вы? То какие цели вы перед собой ставите? До чего вы идете? Будь ласка, Владислав. Здравствуйте, меня зовут Влад, я дизайнер одежды. Успех для меня, это, наверное, заниматься любимым делом, чтобы, ну, это ценили другие люди, чтобы им это нравилось. Вот. Ну и, наверное, быть счастливым, да, и заниматься профессией, которую я выбрал. А какие планы у вас? Можливо, вы плануете какой-то показ, чи выставку, там, коллекцию своего одежды? Вот. Ну, я планирую еще один, конечно же. Вот. А какие самое? Что это будет? Какая идея креативная? Я мечтаю сделать показ на улице. То есть прямо в центре города. Ну, то есть, мне кажется, в Украине такого еще не было, и такая локация будет интересная. Вот я мечтаю об этом. Дякую. Я смотрю на успех с позиции, вот если нашу жизнь разделить на... Ну, порежем пиццу, например, и каждая долька Стефана пиццы... пиццу. Каждая долька пиццы, ну, это вот ячейка нашей жизни. Это ячейка семья, карьера. Воспитание, свое воспитание, личностного роста, воспитание детей. Ну, так как, ну, у каждого это свои, но, в принципе, они изначально стандартные. И какое-то удовольствие, когда все эти ячейки наполнены поровну. Когда мы успешны только в работе, можно сказать, да, я успешна в работе. Но когда ты мало уделяешь времени семье, это уже не успех. Твой личный не успех. Тогда, а бывает такая, что людина может поединать это все? Конечно. А вам удалось уже на сегодняшний день все Пока поминать? Нет, зато есть к чему стремиться. А что самого в карьере, чи в семейных ценностях, до чего у вас? Ценности, слава богу, есть, но не хватает времени. Из-за того, что очень много времени уделяется карьере, не хватает времени именно семье. Дякую. А можно запитати, а чем вы занимаетесь? Я директор двух салонов красоты, и мы планируем в этом году еще открыть 4. Независимо от ситуации. Андрій, ти сидів, казав, яка красива дівчина, розумієш чому? Звичайно, коли стільки планів, то... Але треба знаходити час, звичайно, і на особисте життя. Дякую. Здравствуйте, меня зовут Варвара, я стилист, я работаю в разных фэшн-журналах. И для меня успех – это возможность сделать то, что я хочу. То есть для меня очень важна творческая свобода и... Ну, я не могу сказать, что я полностью отделяюсь как бы там от материальных каких-то интересов, но я к этому очень стремлюсь, и мне кажется, что это очень важно. И главное — это получать успех от своей реализации, то есть от выражения своих внутренних каких-то свобод, и, ну, я думаю, что это... Так. Дякую. А чи є у вас з кого брати приклад? Тобто якась така особистість, от еталон певний? Кто вас надыхает? Ну, не знаю, не могу сказать прям, чтобы вот кто-то отдельный, но я вообще очень радуюсь тем людям, которые умеют радоваться жизни, то есть они не теряют этой способности, например, даже вне зависимости от возраста, и продолжают быть в духе времени, я не знаю, ну, как, например, Карл Лагерфельд, или, то есть те, кто независимо от своих личных каких-то уже там, не знаю, эмоциональных пристрастий, что-то, чего-то еще, они остаются в струе, и они стремятся то есть знать все, знать как бы, то есть быть для дизайнера, для стилиста, это очень важно, быть в этом, в среде полностью погружаться в это, не терять связи. Дякую. Филипп, скажи, пожалуйста, а чем занимаетесь вы, до чего прагнете, та, чи берете с когось приклад? Ну, как сказать, опять-таки успех разноплановая штука, да, и
Я считаю, для того, чтобы быть успешным, недостаточно заниматься только одним делом, то есть отдельно вот сферой конкретной, да. Нужно, по крайней мере, немного разбираться в разных сферах. То есть для того, чтобы комбинировать, общаться с людьми, находить общий язык с людьми. Так как, ну, если ты будешь замкнут в одном, то есть понятное дело, что ни с кем ты ничего не сможешь решить, никаких дел. По поводу моего успеха, я занимаюсь в сфере шоу-бизнеса, это разноплановые услуги начинающих артистов, раскрутка, то есть абсолютно комплекс. Успех – это работать каждый день над собой, достигать своей цели, маленькие определенные, идя к большой цели. И, конечно же, быть довольным. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи є пріоритетною для вас сімейна сфера? От Маринка сказала, що для дівчат це дуже важливо, а для чоловіків? Абсолютно согласен. І в тому числі для мужчин теж. Ну, чому ні? Що ми всі ж одинакові. Хочуть щастя і жінки, і мужчини сімейного. Питання з залу, ви одружений? Да. Викреслюємо. Дякуємо. Меня зовут Мария, я занимаюсь пиаром, и хочу сказать, что для меня успех – это действительно баланс в жизни всего. Я замужем 5 лет, и я считаю, что очень важно быть действительно достойной женой своего мужа, прежде всего быть поддержкой для него, да, быть достойной женщиной рядом с ним, и при этом развиваться. То есть я считаю, что человек успешен тогда, когда он постоянно развивается и постоянно трудится. Я считаю, что нельзя быть успешным, если ты не трудишься каждый день, потому что нужно прикладывать очень много усилий для того, чтобы получить каких-то результатов. Например, в пиаре, казалось бы, вроде бы не очень творческая профессия, но достаточно творческая, потому что нужно написать кучу статей, пресс-релизов, и здесь, если ты будешь ждать вдохновения, ты, наверное, не напишешь ничего и никогда. Поэтому это только вот через усилия, через такой, знаете, самоконтроль, ты идешь и добиваешься. И твой успех – это когда твои клиенты довольны, когда те клиенты, которые у тебя есть, их компании, они известны, они получают новых клиентов, и они добиваются каких-то результатов. То есть в любом случае успех – это действительно очень такое сложное понятие, и каждый для себя сам выстраивает. Для кого-то успех написать 6000 там, картин, как это сделал Айвазовский, да, например, для меня это вау, я когда это услышала. А для кого-то успех – это просто добиться там, не знаю, зарплаты в 2000 долларов. То есть прежде всего нужно понимать, какую ты цель перед собой ставишь, и согласно этой цели добиваться того успеха, который есть. Вот. Для меня успех – это быть гармоничной личностью и оставить что-то после себя в этой жизни. Вот. Дякую. А чи надихають вас приклади інших людей? Ось Аліночка займається дуже важливою справою. Ось. А як, чи ви приймаєте досвід інших людей? Конечно. Я вообще беру постоянно пример с разных людей. И это меня вдохновляет, потому что если у кого-то получилось, значит, и у меня может получиться, я, по-моему, ничем не хуже. Мне очень нравится, например, Познер, мне нравится Тина Канделаки, это как женщина, она очень успешна, я считаю, да, она сейчас занимается пиаром, маркетингом, и я беру во многом с них пример, то есть я наблюдаю за тем, как они живут, что они читают, куда они ходят, что они смотрят, и наполняю для себя. То есть я еще сделала такую вещь, написала список книг, которые мне нужно прочитать за год. Вот у меня там есть, и так можно сделать так, чтобы каждую неделю читать новую книгу. Вот, в принципе, это помогает, и книги разного характера, это помогает развиваться и получать новую информацию для меня. Дякую вам. А я хочу запитати вас, Стефан, скажіть, будь ласка, от чого більше в вашому житті, краси та творчості, чи повсякденних організаційних клопотів? А я думаю, мода сфера дуже важлива і дуже складна. Для меня это как краста. И я думаю, очень важно организировать людей, потому что каждый человек имеет свой характер, и очень сложно быть каждый день вместе. И очень просто для меня работать в моде, потому что это, я люблю моду, и для меня это как дома. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, как, чтобы достичь успеха, лучше концентрировать свое внимание на чем-то одном или выбрать несколько направлений? Я думаю, очень важно делать много вещей, потому что в жизни очень важно делать бизнес, но делать семья, делать хобби, потому что мы не должны
быть счастливее, если мы делаем только одна вещь. Это важно делать много-много вещей. Че успех на семье, успех на бизнес, успех на хобби, успех на спорт, это очень важно. Я вот хотела бы добавить, буквально несколько дней назад мне посчастливилось взять интервью у мальчика, который живет в Нью-Йорке, это Александр, который уже в свои 20 лет очень популярен и уже миллионер. И когда я ему задала вопрос, что вот как раз, чтобы достичь успеха, чтобы в 20 лет проснуться и про тебя написала американские газеты и все телевидения о том, что ты миллионер, да, что нужно делать? Нужно заниматься одной вещью или несколько, да? И он так на меня посмотрел с таким удивлением и говорит, ты знаешь теорию 10 тысяч часов? Я говорю, ну как-то не особо. Он говорит, вот чтобы сделать одну вещь хорошо, чтобы считаться мастером, ты должен на это потратить 10 тысяч часов. То есть это фактически 10 лет. Ты не можешь проснуться сегодня, встать с кровати и сказать, ты знаешь, я хочу быть Бейонсе, да, пойти на курс вокала, да, и завтра петь так, как она. То есть ты должен полностью одному делу посвятить себя. И он сказал, что все, чего он хотел добиться, он этого достиг. Но он достигал одной вещи. То есть он ставил перед собой одну задачу и шел вот к этой задаче, то есть напрягая полностью все свои силы, да. Только тогда, когда, ну, как я считаю, после общения с многими людьми, после общения, и когда ты общаешься с этими людьми, которые тебе рассказывают о своих секретах успеха, ты понимаешь, что только когда они выкладывались на полную в одно направление, как Дональд Трамп, да, да, у него есть какие-то там шоу, он пишет книги, да, но в основном мы все знаем про него, что он занимается недвижимостью, да, как Стив Джобс, он создавал Apple, да, и как бы он параллельно не был музыкантом, мы знаем его как создателя Apple. Так что вот очень интересно, когда такие люди тоже говорят тебе свои советы по поводу того, что все-таки нужно заниматься одной вещью, чтобы достичь успеха. Ну, это неинтересно, это скучно будет, Алин, ну согласись. Ну, Дональдом Трампом стать сложно, возможно. А ограничить свою жизнь одной вещью, это возможно. Нет, тем можно. Более, знаешь, про него знают не как специалиста по недвижимости, а как любителя красивых женщин на самом деле. Наталочка, скажите, будь ласка, а что поєднуєте, можливо, ви в своєму житті? Та я дуже багато поєдную. Я думаю, що я навіть не знаю, з чого почати. Я як Остап Бендер змінюю професії кожні 5-7 років, розумієте? Тому що я намагаюся... Така гарна, молода, і так говорить 5-7 років. Я так само займалася піаром, я займалася маркетингом, я маю медичну освіту. Тобто в мене багато. Зараз в мене телебачення. Це моя... Захоплення моє. А коли ж ви зрозуміли, що, наприклад, от телебачення – це вже саме те, на чому слід зупинитися? А чому зупинитися? Ні? Чекайте. У мене ще попереду дуже багато часу. Тобто ви будете поєднувати і надалі і кілька надалі, напрямків? Так. Тому що ну, займатися чимось одним, як на мене, це не цікаво. Я погоджуюся, що не... Не деньги портять чоловіка, а відсутствие їх, значить, в принципі. Вот. Но, только материальное – это не главное. То есть достичь максимальных высот и получить максимальный там, доход – это не, может не принести счастья. Вы спросите у людей, которые имеют все, насколько они счастливы. И успех – это равно счастье. Ну, как для меня, вот девушки сказали об этом. И я с ними в этом согласна. Поэтому спросите у успешных людей, счастлив ли он. Он может быть успешным, но он может быть несчастливым. Поэтому счастье – это то, к чему мы должны стремиться. Прежде всего. А давайте запитаємо у Андрія. От, я вже готовий відповісти. Як ви вважаєте, чи вдається вам поєднувати? Сумував, послухав. Я послухав, зараз я скомпоную. Підведіть підсумки. Чи вдається поєднувати? Лучше у того, кто родился в правильной семье, в семье Рокфеллера больше шансов стать успешным бизнесменом, чем в семье Шахтера. Но менше с тим. Я згоден абсолютно з усіма, в принципі, я навіть не бачу, про що говорити. Всі настільки єдині в своїй думці. Це дійсно щастя займатися тим, що ти хочеш робити. Стефан зазначив і заговорив про те, що треба займатися усім, всім цікавитися. Можливо, він мав на увазі саме цікавитися, тому що всім займатися одночасно – це нереально, і це просто розпорошувати свою увагу і фактично не бути професіоналом в жодній сфері. Я б сказав так, професійно займатися однією справою, але при тому цікавитися всім.
Або готувати, як Наталка, от, готувати собі плацдарм для майбутнього кроку в якійсь іншій сфері або царині. Це абсолютно нормально і слушно. І важливо доводити до кінця те, що ти розпочинаєш. Просто поставити собі за правило. Тому що якщо ти не дійдеш до кінця, навіть якщо він програшний, навіть якщо ти помилився, зробив помилку, але ти зробиш правильний висновок потім, але ти маєш дійти до кінця. Краще спробувати і помилитися, чим все життя жалкувати про те, що ти не спробував. Як я казав, мій один товариш, він ж не казав, в нього на фотокарці одній дівчині було написано, я так перевернув, там написано, лучше вспомнити і посмотреть, чим посмотреть і вспомнити. Дякую. А давайте зараз переглянемо друге відео, яке підготувала для нас Аліна. Хельмут Гейр на сегодняшний день один из самых знаменитых диджеев в стиле электроклэш. Основатель лейбла International Juggler Records. Он сотрудничал с такими артистами, как Puff Diddy, Брайан Ферри и многими другими. Кроме музыки, именуемый диджей Хелл также занимается дизайном одежды, сотрудничество со знаменитой маркой Агент Провокатор, создание собственной линии нижнего белья и футболок. Ежегодно принимает участие в немецкой неделе моды и в прошлом году создал линию одежды с Майкл Макласки. Хельмут Гейр, по версии журнала Мэри Клэр, Германия, признан одним из самых эпатажных персон. Нам интересно все. Нам интересно прежде всего, с чего действительно вы начали свою карьеру. Как это произошло? Где был переломный момент? I was not a teacher from the beginning when I was like 18. I was very interested in music. И я не был диджеем изначально. Мне было около 18 лет. Я очень интересовался музыкой, я любил музыку. И логично было то, что я хотел каким-либо образом попасть в мир музыки. Но я даже не представлял, как это возможно. Я не умел играть ни на одном инструменте, я плохо читаю по нотам. Я никогда не учился играть музыку, не учился этому профессионально. Но я покупал много музыки. И я понимал, что я не могу найти работу диджея на тот момент. И я был в том возрасте, когда просто не знал, что мне делать. I didn't know what to do. А, вот это как раз нам интересно. Вы не знали, что делать. И что же, ну, как вы потом решились на то, чтобы все это реализовать? Как вы поняли, что именно делать потом? The truth is, I had no idea. Если честно, я просто не знал, что делать. У меня не было никаких идей. В тот момент у меня просто не было денег даже для ежедневных расходов. И когда у тебя в кармане нету денег, ты задаешься достаточно серьезным вопросом. Тебе купить еды или потратить деньги на то, чтобы купить музыкальные записи. И я покупал музыку, шел вместе с ней к друзьям, которые иногда кормили меня. И это было начало, когда ты понимаешь, что ты можешь стать кем угодно в этом мире музыки. Продюсером, диджеем, музыкантом. И у меня было очень много амбиций, планов на будущее, идей. Но на тот момент у меня не все, что я видел перед собой, получалось. И одразу хочу поставить питання Філіпові. Ви озвучували цей сюжет. А скажіть, будь ласка, а от як ви зрозуміли, що те, чим ви займаєтесь, це от саме ваша споріднена праця? Сколько было вам років? Чи ви досі не зрозуміли? На самом деле, да, сложно так сказать сразу. Вот я не могу сказать, что я определился со своей целью вот, однозначно, что вот я хочу именно конкретно заниматься вот, там, определенными вещами. Сфера шоу-бизнеса для меня она была всегда интересна, и поэтому я занимаюсь разноплановыми организациями в этом плане. Я не могу просто сидеть на месте и делать одно дело. Мне нравится постоянно находить новые какие-то пути, решения и узнавать что-то новое, общаться с новыми людьми. Потому что если, допустим, буду общаться только с... Изначально я вообще оператор по образованию. Если буду общаться только с операторами, я не буду видеть какие-то нюансы шоу-бизнеса, которые происходят мимо, ну то есть рядом. Да, я общаюсь с диджеями, я общаюсь с музыкантами. С людьми, у которых разное мнение, разные какие-то жизненные ситуации и пути к достижению цели. Вот, поэтому это интересно для меня и интересно для себя что-то оставить, что-то как бы понять, переосмыслить. Это и помогает мне. Дякуємо. А що думає наша студія? Тобто, от, якщо згадати ваш шлях, то коли ви прийшли до своєї улюбленої справи, та як це було? Я працюю в своїй роботі з 15 років.
ну вот я в сфере красоты с 15 лет, были соблазны, были предложения, и жизнь всегда, когда ты шевелишься, вот так грубо скажу, когда ты активничаешь в своей жизни, жизнь притягивает к тебе также же активных людей и ситуации, и условия подкладывают такие, получаются. И предлагали настолько разные виды деятельности, как работать, и в шоу-бизнесе предлагали, и одежда. Так как же уж зрозумела, что все ж... Вы знаете, я считаю, что Алиша права в плане того, что, вот она говорила за интервью успешных людей, нужно заниматься, вот выбрать для себя направление, в котором ты каждый раз можешь находить что-то интересное. Я восхищаюсь людьми, которые могут поменять вообще кардинально свою жизнь. Вот честно восхищаюсь. Но каждый раз, когда я думаю, что, ну вот, может и правда согласиться вот, и вот в омут с головой, и каждый раз я нахожу что-то опять интересное в своей работе. И еще, слава богу, ни разу не ошиблась. Дякую. Я, знаете, на самом деле, вот сейчас думала о том, что у меня все интуитивно в жизни происходит. Я интуитивно выбирала университет, пошла в один университет, никуда не пробовала, на один факультет поступала. Ну, то есть вот у меня как-то все, вот я знаю, мне надо идти туда, и все. А точно так же у меня было с пиаром, маркетингом. Я вот я поняла, что мне нужно идти в этом направлении. И в самом начале у нас в стране, к сожалению, не сильно учат пиару, да, у нас это направление не сильно развито, я понимала, что мне нужна практика, мне нужно пойти и научиться в какой-то компании вообще, как это все делается. Я пришла в компанию, это автомобильный, в общем-то, импортер у нас в стране, американская компания, пришла к ним на практику, и первые 2 месяца мне сказали, мы тебе ничего не будем платить, ну, потому что ты ничего не знаешь, что тебе платить. Я говорю, хорошо, я буду работать так, вот, и мне нужно было работать 4 часа в день, я работала 8 часов в день, потому что я хотела научиться. После первого месяца моей практики мне сказали, слушай, ты такая классная, я хочу себя хвалить, но я очень старалась, на самом деле, я была очень трудолюбивая, и мне сказали, что, после второго месяца мне должны были платить 500 гривен. Мне сказали, мы будем платить тебе 1000 уже сейчас, официально, там, по договору подряда, просто потому что, вот, ты молодец, ты хорошо трудишься. И я все время, пока у меня там была практика, мне потом даже сделали предложение остаться там работать. Я училась всему, я считаю, что самое важное, это вот действительно идти и учиться. Если ты захочешь, ты найдешь всегда, даже бесплатно, но ты найдешь, у кого научиться. А бесплатная рабочая сила, она как бы во многом случае, знаете, люди любят. О, хорошо, ты хочешь работать? Давай, иди и работай. Вот. Самое главное учиться, самое главное брать по максимуму от людей, которых ты можешь научиться чему-то. А от давайте запитаємо наших експертів. Я повністю погоджуюся. Як навчатися потрібно все життя. Чим би ти не займався. І багато в цьому житті ми робимо інтуїтивно. І я бачу, що ми з вами схожі в чому. Я 100% я з вами погоджуюся. Вчитися ніколи не зупиняйтеся, вчиться завжди. Дівчатка йдуть за покликом серця. А що ж робити чоловікам? Чи є в них інтуїція? Що, ти думаєш, в них немає серця? В них немає інтуїції. Якщо порівняти чоловіків з їх розумом і жінок, з їх розумом та плюс інтуїція, то просто без шансів. Але, правда, я дуже хотів би просто вас похвалити, сказати вам дякую, тому що дуже слушні речі сказали стосовно правильного підходу до роботи. Якщо дозволите, я підсумую. В принципі, що стосується роботи, успіху, в будь-якому разі ви повинні пам'ятати одне правило. Ви повинні кожного разу робити трохи більше, ніж від вас цього вимагають. Тобто, ні, не потрібно бути таким активним, щоб вас думали, куди вас запхнути, щоб не бачити. Ні, звичайно. Але виконуючи свою роботу, ви повинні трошки додавати. І от для того, щоб додавати і робити більше, щоб ви, у вас постійно була необхідність, потреба, ви повинні, звичайно, знайомитися з усіма різними цікавинками, стилем, образом мислення не тільки українців, а й європейців, і успішних людей. До речі, Алін, я хотів заперечити, чому ви постійно питаєте, як ви досягли, Стефан, боже мой, як ви виглядите, як ви достигли такого успіху? А я б його спросив, Стефан, а ну розкажіть мені, а що у вас, які проблеми були? А я спрашивала. Не просто проблеми, а от де ви вважаєте, що ви ошиблись? Що ви зробили не так? Такие вопросы на самом деле были, просто... Я не услышал, да? Переводите, я не услышал. Мне нужно врать, я понимаю. Как вы уважаете, чи все повинны зіштовхнутися с какими-то проблемами, там, с финансовыми проблемами, чи с какими-то іншими ресурсами? Справа в том, что выкреслить, выписать шлях успешной людини, жінки, неможливо. От як ви нічого не кажіть, він абсолютно індивідуален.
Правильно. Але зрозуміти, з чим ми стикнемося, да, де будуть наші перепони і проблеми, і як з них виходити. І той момент, коли тобі хочеться все кинути, і думаєш, блін, та на що я встаю, оце, ой, прямий ефір, ой, що, не спати, о третій ночі, та ну, ну, йо-майо, то можна зайнятися, ну, чимось, ну, правильно. Правда. Та, правда. Але скільки я розказала, мабуть, я помилилася. Напрочуд, дуже важливо розуміти оці от камені спотикання, які на вашому шляху є. Безумовно, ви не підставите там соломочку, да, ви їх здаватися не обійдете. Здаватися не можна, да, правда? Да, опускати руки не можна, безумовно. Але ви маєте усвідомлювати, що все це нормально. Це, ну, все спокійно, більш філософськи до цього ставитися. Не опускати руки, не думати, все пропало, що робити, нічого не пропало. Це нормально. Навпаки, коли є перепони, їх треба переходити. І це вас стимулює до подальшого розвитку. Правильно, і в своїх інтерв'ю я це і стараюся розказати людям. Ну, я чую в перекладі, зараз чого не чую. Ну, к сожалению, це 24 минути, це інтерв'ю. Ага, ви тобто це тільки... було, так? Да, ви увиділи тільки 3 минути, так що це інтерв'ю є в Ютубі, якщо хтось хоче, ви можете посмотреть, так же, як і Аліночка, ти книги писати не думаєш? Потому что у тебя много интересных интервью, и ты такие вопросы, я так понимаю, задаешь людям. И на самом деле, вот даже с Хельмутом, да, он очень здорово рассказал, потому что как раз, когда мы делали с ним интервью, да, я столкнулась со своими друзьями, с людьми, вот на самом деле сегодня пришли мои друзья, и мы знакомы с университета, когда мы вместе сидели, и знаете, когда мы мечтали о чем-то, мы хотели чего-то достичь, и каждый из нас сталкивался с проблемами. Поэтому в интервью с Хельмутом мне было интересно, как через эти проблемы перешагнуть. Можна, ми зараз доб'ємо Аліночку, так що можна боротися, щоб у нас був якийсь діалог. Андрію, добре, я вас розумію. З проблемами можна боротися, якщо вони вже є. А давайте допоможемо нашим телеглядачам, які ще не обрали свого шляху в житті, тобто як їм віднайти себе. Тобто, які б ви поради могли дати? Оце зараз найважливіше. Да, я думаю... Це, а настільки абстрактно, як віднайти себе? Ну, мабуть, не забудете. Ну, як знайти улюблену справу? Риторичне запитання. Дуже риторичне. Ви знаєте, ще Григорій Сковорода говорив, що, знаєте, споріднена праця – це найсолодша в світі річ. Тобто, давайте допоможемо людям. Це найважливіше в житті, насправді, знайти себе. Скажіть мені, себе. Будь ласка, що є конфлікт? Що є конфлікт? Ну, я взагалі вважаю, що треба відчувати серцем. Тобто до чого тебе твоя душа? Давайте я поясню, я одразу вам відповім. Конфлікт, я не буду вам казати такою калькою, да? Скажімо, за Пушкіним. Це шлях до гармонії. Тому всі ті перепони, про які ви кажете, це абсолютно нормальні, їх не треба лякатися, їх потрібно сприймати просто адекватно. Це як досвід. Там, де штовхнувся дитинка, коли народжується, да, вона починає що робити? От помацати. Бачите, я Стефан, що це? Да, поговорю. Вау, ви відрізняєте. Ви відрізняєтесь. Розумієте, про що я кажу? На смак попробуємо, ми прислухаємось. От все це потрібно вкладати в професію. Не в прямому значенні цього слова, безумовно. Образно. Треба спробувати кілька професій, чи що? Ну, треба пропонуєте. Треба себе випробувати. До кого треба прислуховуватись? Якщо ви кажете, як себе відновити? До телепрограм, до кумирів, чи до чого? Ну, дивіться, чи до серця? Ви мені кажете, як себе відновити? Ну, природня відповідь, те, що вам цікаво, правильно? То, що тебе заводить. Але як зрозуміти те, що вам цікаво, якщо я буду сидіти і нічого не робити? От скажіть. Мені, можливо, цікаво буде. Тобто треба відійти від комп'ютера. Ну, безумовно. Ні, ну чому? Якщо людині цікавий комп'ютер, то чому б ні? Чому б не комп'ютер? Ну, слухай, якщо він крім комп'ютера нічого не бачив, то може він буде просто розпорошуватися, мені цікавий Counter-Strike. А тут говорить фотографія цього мальчика, забери сьогодні його з дитячого садика, це наш син. А чи є якийсь певний вік, коли слід починати? Після школи, після університету, чи от як ви вважаєте? Ну, ти знаєш, в мене була так, коли мені було 18 років, я стояла і не знала, яку дорогу обрати. І я думала, боже мій, мені так хочеться і сюди, і сюди, і сюди. Думаю, господи, чому в мене одне життя? Треба, взагалі треба любити життя, хотіти жити і намагатися, спробуйте себе в цьому, не пішло, в іншому, спробуйте, а потім вже зосередьтеся на тому, що підходить. Правда? Абсолютно, але знову ж таки, просто не розпрошуйте увагу, просто відноситися до цього серйозно. Серйозно, так, треба не боятися. Ви казали, що ви працювали не 4 години, а 8, тому що ви хотіли це робити, ви хотіли навчитися, хотіли стати в цій царині господиною, скажімо так. Тому ось треба хотіти щось робити. А якщо, наприклад, людина вже стара,
И она думает, ой, мабуть, мне уже не час, уже поздно что-то делать. Чи бывает так? Нет, я вважаю, что так не бывает. Нет, треба... ну, я думаю, что я уже не стану, звичайно, олимпийским чемпионом. Тебе еще зарано про это говорить. Але уже не стану, знаешь. Ну, у 60 років, можливо, ты не станешь акробатом. Але все інше ты можешь спробувати. Я в таких випадках кажу, треба вмикати пенсіонера і подорожувати світ. Слухай, є альтернативні олімпійські ігри для пенсіонерів, правда? То в мене ще є час, люди. Давайте зараз поговоримо про те, от, чи все ж кожен повинен зіткнутися з якимись проблемами на своєму шляху? Чи, можливо, можна народитися просто під щасливою зіркою і не прикладаючи ніяких зусиль досягти успіху? Та ні, так не буває. Ні, народитися можна під щасливою зіркою. Ні, бувачу, кажуть, що він такий народився в золотих латах. Стефано народився в Італії, як йому пощастило? Стефано, та я б не казав, а чому? Італія прекрасна країна, але там огірки погані. У нас в Україні... Огурці там у вас плохі, у нас от... Тихо, не спеши, медленно говори. Медленно, медленно, все хорошо. В Италии хорошие огурцы? Гурцы, гурцы на английском. Кюкамбер. Да. Да, хорошие там огурцы. Он, наверное, не ел украинских. Херсонских. На самом деле, я считаю, что пока тут про огурцы у нас разговор, я думаю, что, конечно, тут очень важна удача. И очень важно вообще, какой ты по характеру человек. Да? Как ты сталкиваешься и как ты вообще в ситуации, когда ты сталкиваешься с проблемой, как ты реагируешь на это. Потому что можно сдаться, а можно пойти дальше. Да? И вообще, в основном, вот все люди успешные, которые, с которыми мне посчастливилось встретиться, они как-то, знаете, такие... Ты когда с ними общаешься, ты прям чувствуешь, чувствуешь такую, знаете, волну. Энерджайзер. Да, и если честно, после каждого интервью ты немножко как бы... такое ощущение, как будто ты сам заводишься, да, и ты как будто принимаешь этот азарт, потому что большинство этих людей, они ведут какую-то игру, знаете, то есть для них вот выиграть, для них добиться своего, для них, причем добиться своего не только вот в карьере, это и семья, это и все, почувствовать себя, что ты делаешь все так, как ты хочешь. Как я недавно прочитала такую надпись, что... Ты должен сделать все возможное, вот все то, что ты хочешь, потому что ты должен жить так, как ты хочешь, да? И вот в этом случае то, что вы говорили по поводу того, как понять вообще, да, вот чего добиться. Ну, лично мой совет, вы должны просто сесть и проявить ясность. То есть для себя четко осознать, что вы хотите этого, да? Я, конечно, понимаю, что это тоже не так легко, но вы должны почувствовать, что если здесь где-то вы чувствуете, что у вас есть талант к этому, у вас есть к этому влечение, да, значит, это ваше, потому что я не могу озвучить или снять так, как может снять Филипп. Я не могу быть директором магазина, как это может сделать Булгар. А давайте запитаем до студии. Вот вы так робили? Я пропоную Алина. Хотел добавить по поводу, как найти себя. Даже в университете вот нам дают, допустим, 4-5 лет, да, на то, чтобы обучиться, получить профессию. Сейчас существуют курсы различные абсолютно, различных профессий. Учат любой специальности в течение 3 месяца, понимаете? То есть, а зачем нам тогда университет 4 года? То есть, ну, на курсах можно зрозуміти, это твое, чи не твое. Нет, а більш досконало? Я считаю, наоборот, на курсах вы можете научиться конкретному какому-то мастерству, вот конкретно специальности. А участь в университете 4 года, вы можете понять, ваше это или нет, и куда стоит свернуть. Есть как бы время. Тем более, как правило, студентов никто не торопит, как бы не говорит, там, иди вот уже работай. Ну, есть, конечно, случаи разные. То есть вот в чем разница. Обрести какую-то профессию, можно пойти на курсы и все, и знать. Ну, бывают же прикрые випадки, когда людина розуміє, что це не його, але все одно ще вчиться 4 роки и страждает. Ну, это, как правило, происходит из-за того, что... университет дает определенный кругозор. Когда, например, батьки, друзья, обставы якось. Университет дает. Ты можешь попробовать себя бухгалтером, можешь попробовать рекламщиком, можешь... Ну, вот я училась в нархозе, я училась на маркетинге. Я на 2-м курсе пошла работать главным бухгалтером, помощником сначала, потом стала главным бухгалтером. На 3-м курсе я вышла замуж, родила ребенка. На 5-м я уже опять пошла работать. То есть, ну, уже 3-ю профессию взяла. Институт дает тебе возможность выбора, университет дает возможность выбора. А курсы, которые 3-месячные, они могут помочь тебе понять что-то поверхностное и немного. И ты должен понимать, если я пошел, ну возьмем, я не знаю, ну экономист, да? Ну экономист это такая широкая профессия. Какую возьмем профессию на курсах? Вот какие курсы конкретно вы закончили и освоили определенную профессию?
Я не заканчивал конкретных курсов, просто ну, я знаю, есть курсы телевидения, слова, извините, например. Понимаете? То есть можно что-то постичь и потом в этом развиваться. Все равно без навыков и занятий с собой лично, учебы и труда ничего не будет. И институт, не надо говорить, что институт бесполезен, это неправда. Нет, я абсолютно поддерживаю вас. Я не говорил, что он бесполезен. Я говорю, что на курсах можно научиться определенной спецификации. Да? То есть, например, да. Ты пошел на курсы, ты обучился, ты умеешь снимать. Да, тебя научили, как пользоваться аппаратурой, какие основы там, композиции и тому подобное. Да? То есть элементарно взяв фотоаппарат там, или видеокамеру, ты уже знаешь, как бы, что ты делаешь. Да? А в университете обучаясь, во-первых, это более растянутый процесс, да, то есть более, больше деталей. Но помимо этого, что важно, за 4 года ты можешь познать больше, чем просто свою специальность и попробовать даже во время практики, во время каникул. Причем можно... разных направлений, абсолютно согласитесь. Абсолютно в разных. Допустим, обучаясь вот одной специальности, можно работать, подрабатывать в разных сферах, пробуя просто для себя. То есть у тебя есть цель основная, да, университета, а специальность твоя. Но у тебя есть возможность как бы еще попробовать себя в других сферах. Вы знаете, просто вам же отвечу, тоже ли как бы лаверды дополню, по поводу обучиться или освоить, да, опанувати профессию. Возможно ли это в стенах университета за 4 года? В полном объеме нет, конечно. Но университет дает, конечно, значительно больше вам возможностей для того, чтобы где-то подсуммировать, больше обрести, не ограничиваясь только на каких-то этапах отдельных или, скажем, узкопрофильных в освоении той или иной профессии. Вы говорите по поводу фотосъемки, видеосъемки, да, вы этим занимались, вы же понимаете, что такое драматургия кадра, да, вы понимаете, то есть слова там или словосочетание «золотое сечение» для вас не является чем-то непонятным, но вы же понимаете, что обучить этому за 3 месяца человека, сказав, вот здесь надо на эту кнопочку нажать, здесь вот это, механическим путем, ну, это нереально. Это просто нереально. Человек должен видеть немножко другими глазами. А вот для того, чтобы видеть другим глазом, потому что глаз оператора, он действительно особенный, нужно пройти этапы определенные. Просто не, согласен, да, абсолютно. Технические какие-то аспекты, они просто изучаются, это как на уровне вот нажать кнопку вот здесь, да, вот да, в телефоне, можно, зайти, да, в меню. Конечно, да. Вот если ты хочешь зайти в меню, ты должен нажать эту кнопку. Если ты хочешь включить камеру, нажми эту кнопку. То есть так же здесь. Техника сейчас нам большое дает возможности техника, которая сейчас доступна. То есть дальше только какие-то технические моменты. Конечно, восприятие кадра, оно должно формироваться более долгое время. Согласен абсолютно. Простите, дякую, пожалуйста. Вам, Филипп, то это уже... Одну секунду, можно я Филиппу еще вот скажу? Вы в предыдущем своем месседже говорили о том, как интересно заниматься одним, другим, да, вы постоянно в таком движении, у вас постоянно драйв. Но я хотел бы сказать, что если вы чем-то серьезно занимаетесь, то это очень важно не слушать много говорящих умников. Другими словами, ну простите, что я так суммирую, может быть, каждый из них в чем-то по-своему профессионал, но вы должны... прислушавшись, поверив, определиться, кого именно слушать, потому что иначе вы зайдете в дебри, потому что каждый будет тянуть в свою сторону. А мы давайте еще послушаем гостя, который был на программе у Алинки. Тож, увага на экран, еще один фрагмент. Хельмут, скажи, пожалуйста, последний вопрос сейчас. Ты можешь представь, что сейчас на нас смотрит какой-то человек, который боится сделать что-то, он хочет достичь успеха, но он боится, нервничает или не верит в себя. Можешь ему дать какой-то совет? Нет, don't be afraid. Ну не бойтесь, я знаю, это короткое пожелание, но пробуйте. Даже у меня были ситуации, когда я очень боялся. Например, я вспоминаю, у меня была одна ситуация, я должен был играть часовой сет на Love Parade в Берлине. Вы знаете, там было 5-10 тысяч человек, и сложно было сосчитать. И в конце я планировал поставить новую песню, спродюсированную лично мной. И я очень боялся этого, потому что это была новая песня, которую никто никогда не слышал. Меня пугало, как ее воспримет публика. И все это время, когда я играл сет, я сомневался, ставит ли мне новую песню или нет. И вот последний момент, когда уже доигрывает последний трек, я понимаю, что я должен поставить эту песню на свой страх и риск. Я мысленно говорю себе, да пошло, но и ставлю новый трек. И публика воспринимает это отлично. Она действительно полюбила этот трек, и она стала одной из самых успешных моих песен. На этом фестивале присутствовало очень много людей, которые имеют отношение к музыкальному бизнесу.
И даже можно сказать, что именно это и послужило огромным толчком к моей успешной карьере. Хочу запитати у наших експертів, які були страхи у вас та як ви їх побороли? Андрій, ти перший відповідає. Треба ж бути сміливою людиною, щоб досягти успіху. Тобто як? Окей. Я просто одразу пригадав той момент, це яхтова програма була. Я, в принципі, людина з землі, про Італію я слышал тільки в розговорах, а вот буду говорити немножко медленнее на русском языке, чтобы вы поняли. Я человек земли. Человек земли, то есть... Земной. Земной, земли, да. Море для меня это было только с картиной Вазовского. Он не плавает. Вот, нет, плавал я рано, но в озере. Что я имею в виду? Ведя яхтенную программу, мы были в Адриатике. Попали как раз в шторм, зашли, переждали его в бухте, а на утро вышли снова в море, но там вот есть такой термин «болтанка». То есть, другими словами, когда ветра уже нет, но море-то это, в общем-то, не корыто воды, безусловно. То есть, и это волна хаотичная. Я по неопытности спустился в трюм. Назад я поднимался уже на четырех своих конечностях, потому что было просто нереально. Дальше меня привязали плотно к яхте, и вот я говорил, ну вот же рядом же остров, ну сколько? Ну, говорит, часа четыре. Вот, то есть эти четыре часа, я помню, вот был между небом и землей, я думал, Андрюха, зачем оно тебе нужно? Боже мой, какое море, что ты здесь делаешь? Какая Италия, какая Греция? Домой, в Украину. К огурцам. Ну, потом вышел, да, прошло, а потом как-то даже почувствовал в этом особый вкус, когда эти летающие рыбки падают к тебе через трюм, и ты их сразу оприходываешь, вот, то есть в этом тоже свой кайф, да, практично, ну, что, надо же было что-то есть, другими словами, поэтому... А что вы спрашиваете? Про страх. Какие рецепты подолания проблем? Привязать к палубе, например. Ну, я думаю, нужно быть очень практичными. А вы позвольте, я, кстати, спрошу у Алины, я все время хотела задать один вопрос. Алина, а зачем вам вот это? Ну, это то, что мне нравится. Это то, как я хочу развивать себя дальше. Это тот мир телевидения, в котором я себя чувствую комфортно. Леночка, ты не обидишься? Это не снобизм? Ну, то есть вот ты не стремишься прикоснуться к тем, кто уже на каком-то там уровне находится? Нет, вы знаете, мне очень повезло, и, наверное, мои родители с самого детства меня знакомили, с самого-самого детства, с людьми, которые я могу легко назвать успешными. И это действительно просто, ну, когда у меня был вариант, в каком именно мире телевидения работать, да, то есть это быть провокационной журналисткой, да, или говорить о сплетнях, о скандалах, то, что сейчас... Ничего на меня смотри. Я выбрала это направление, потому что я в какой-то момент поняла, что если мне нравится мир телевидения, то я хочу здесь не просто рассказывать о том, кто с кем спит, можно сказать. А показать я красоту, хочу, да? И вдохновить людей. Я хочу им показать так, как я, может быть, когда-то хотела бы посмотреть и научиться у кого-то, как сделать это. Ариночка, что... простите, вот вы говорите «вдохновить». А почему это не переходит в какую-то практическую сторону? Вот я смотрю, да, ну, простите, пожалуйста, я смотрю, вот красивая девушка, импозантный парень, там, ну, перейдем на другой, да, успешный. Красивый мужчина. Это важно точно. Но мне не интересно. Почему? Мне не интересно, потому что я не вижу там и не могу... Знаете, вот один известный грузинский режиссер театра Шота Руставели говорил, мне интересен тот спектакль, где я могу что-то украсть. Я не могу здесь ничего украсть. А вот если я смотрю на... Можливо, Андрій, це тому, що ви вже чогось досягли. А людина, каже, тільки-тільки починає, вона може все-таки. Аліна, давайте я закончу, я свою мысль закончу, вы поймете, к чему я веду. Я не хочу сказать, что Алина там что-то делает неправильно, неплохо. В общем-то, это вот, пускай говорят другие. Алина, я просто хочу сказать, а почему вы не попробовали, скажем, стать, да, и подиджеять немного? А почему вы не попробовали себя в роли успешного бизнес-вумена? Я поняла, о чем вы говорите. Но сейчас мне 24 года. И я как раз на том пути, когда я иду к своей цели. Я знаю, чего я хочу и как я хочу этого достичь. Все эти люди, которые делятся со мной секретами успеха,
они вдохновляют так как меня, так и других людей, да. И это мир телевидения, в котором я себя, как я уже говорила, чувствую себя комфортно, да, то, что я хочу рассказывать другим людям. И здесь как бы вариант того, что встать и подиджеить, ну как бы мне это не интересно. Но есть человек, вы который поняли, будет... Андрей, Алина, ты я... Да, что нет, я хочу сказать, Андрей, я хочу защитить Алину, ты да. не целевая аудитория этого ролика, понимаешь? А, в этом плане, да. В этом проблема. Да. Правда? Пан Андрей, вы сможете продолжить, я помню, цю беседу з Аліною, після програми порадити їй якісь режисерські там ходи. Нет, щоб програма була більш такою розгорнута, драматургічні. Я говорю не о том, что... Я не говорю просто вот о том, что вам стоит заниматься другой профессией. Я говорю о том, что вам в кадре нужно было бы попробовать. Ось, достає конкретні практичні поради, Андрію. Аліна, бачите, як добре ви знайшли вже людину, яка зможе вам щось порадити. Я думаю, і новий чоловік для інтерв'ю, якщо буде цікаво. А зараз давайте все... Я защищала, інтерв'ю у нього буде. Наталочка, давайте все ж запитаємо, що в нашій студії, можливо, ви поділитесь з нами, як можна побороти якісь страхи, щоб досягти успіху? Можливо, вы зеткалась с какими-то проблемами, как вы ее подолали? У меня не страх, у меня... Я очень самокритична. Очень самокритична. И я считаю, что это моя проблема во многом. Потому что я, когда начинаю что-то делать, всегда мне не так, я могла лучше, и эти все тексты не такие. В общем, я постоянно себя сама борю. Потому что, с одной стороны, это хорошо, когда ты не просто там, да, написала три каких-то слова непонятных и считаешь, что ты умница. Вот. Но мне приходится постоянно себя саму бороть. И смотреть на себя со стороны, как бы это воспринял, например, другой человек, да. И я считаю, что в любом случае какие-то страхи, какие-то вот... ваши такие вот неудобные вещи, которые есть, они на самом деле вам помогают. Их нужно правильно просто использовать, потому что мою самокритичность я стараюсь например. Использовать. Ну, то есть я стараюсь относиться вот к тексту, когда я смотрю, не как к тому, что его написала я, Маша, а как к тому, что его кто-то просто написал. Мне нужно его прочитать и понять, он достойный это или нет. Это пресс-релиз, что например, пресс-релиз или статья, все что угодно. То есть в любом случае ты должен, ну, свои вот какие-то там моменты использовать для себя же, да, их всегда можно, ну, любую негативную сторону можно всегда сделать плюсом, надо только постараться. И страхи это хорошо, когда ты их перебарываешь, ты чувствуешь себя увереннее, потому что ты сделал какой-то новый шаг для себя, ты сделал какую-то новую победу, ты поднялся на новую ступень. И я считаю, что на самом деле нас учат наши неудачи, а не победы. Победы обычно ничему не учат, ты наслаждаешься там славой и всем остальным, а вот когда у тебя что-то не получилось, когда ты упал, когда ты разбил нос там, да, или еще что-то, вот тогда ты на самом деле для себя понимаешь, что ты сделал не так. Поэтому не нужно никогда бояться ни страха, ни каких-то разочарований, ни каких-то неудач, потому что на них нужно учиться. То есть все, что есть в нашей жизни не так, можно всегда превратить в положительную сторону, если захотеть. Дякую. Прошу. Я считаю, что страх – это прекрасно. Потому что каждый раз, когда мы переступаем свой страх, мы расширяем свои горизонты. Как уже говорили, когда ты работаешь в одной сфере, нужно развиваться в других для того, чтобы увидеть с другой стороны. Это правда. Каждый раз, когда ты переступаешь свой страх, я боюсь всего. У меня такое чувство, что я боюсь всего. И каждый раз, когда ты переступаешь свой страх, ты сможешь на него посмотреть потом на эту ситуацию с другой стороны. А эти были ситуации? Ой, их было много. У меня же, я же боюсь всего. А это самая такая яскравая, которую вы подолали? Говорите, до пятницы мы абсолютно свободны. Пока вы сгадаете, давайте запитаем у Владислава. Вот у вас был показ. Можливо, вы якось там хвилювались перед его початком, как он там пройдет? Страх, наверное, не успеть чего-то. То есть не успеть в те временные рамки, которые у нас есть в жизни, да, наша. И для этого я делаю тут лист каждый день. То есть лист действий на день. Составляю каждый день. И как бы этот азарт, чтобы поставить галочку напротив, ну, сделано тобой делом, да, то есть он как-то тебя, ну, бодрит, заводит, то есть, ну... И... Стыгаешься выполнять? Не всегда, но когда я расстраиваюсь по этому поводу, я думаю, что нет, завтра как бы эта галочка будет, если я что-то не успел в этот день. Поэтому... Хиба творчая людина может быть такой нудной? А спонтанность какая-то вас... Круто, я завдрю. Я должен делать эту галочку, то есть поставить ее. Это очень сильно помогает мне лично. Заполнил все клеточки? Да, все клеточки заполнил, я все сделал. Морской бой выиграл. То есть вот так, наверное. Варвара.
Не знаю, для меня, наверное, страхом было мои первые проекты, которые были уже более серьезными там. То есть первые, я вот хочу еще добавить немножко то, что абсолютно нужно относиться одинаково, ну, как бы с трудолюбием и с, как бы с вниманием ко всем проектам, неважно, бесплатные они или платные, или это какие-то разноплановые вещи, то есть разнообразные проекты, все равно нужно полностью выкладываться, неважно. То есть первое время, я согласна, нужно работать и много времени, не получая за это ничего. Но для меня вот побороть страх было... Когда, допустим, мои первые проекты, когда я собирала одежду от многих дизайнеров, и впервые я вообще с ними знакомилась, и для меня это было, ну, как-то я очень напряженно себя чувствовала. Потом, когда уже прошла, ну, допустим, даже неделя, я уже вспоминала это как-то с таким, ну, уже было намного легче, вот. И для меня очень помогали мне оценка людей, авторитетов для меня. То есть каждый раз, когда я делала какой-то шаг, если для меня даже, ну, я специально не интересовалась там каким-то мнением, но я знала, допустим, мнение каких-то людей, которые для меня важны. Для меня это было абсолютным подтверждением того, что я делаю то, что нужно, и я на правильном пути. Дякую вам. А чи згадала Мариночка свій найяскравіший страх? Ну, их на самом деле было много. Страх, наверное, самый первый, это был переезд все-таки в мегаполис. Это вот первый был. А звідки ви приїхали? Я из Луганской области. О. Да. Это был первый страх. Второй страх, когда город был побольше. Потом, ну, открытие своего бизнеса. Mm-hmm. И на каждом этапе, даже мелкие страхи, это победа. Как вам удавалось их подавать? Боюсь, но делаю. Как вы работаете над собой? Но это нужно сделать. Если ты хочешь добиться там чего-то поставленной цели, это нужно сделать, неважно, боишься ты или нет. Например, ты выходишь с машины, вот твое парадное, на улице темно. Страшно? Страшно. Ну страшно же. Ну дойти до подъезда нужно? Нужно. Идешь. Можно переночевать в автомобиле. Тоже страшно. Давайте запитаем у Филиппа, чи у вас есть какие-то нотатки, какие-то планы на день, как у Владислава? Общие есть какие-то. То есть так прям по пунктам не расписано, потому что все может измениться в любой момент. Какой-то звонок, где-то надо что-то как бы поменять. Но в общем есть, что сделать как бы вот сегодня, например. Тебе какие-то другие методы? Борьбы со страхом? Ну, вот такое, скажем, правило, которое всем известно. Если у меня есть уже как бы, так вот, допустим, проект новый, да, которым я еще не сталкивался с таким. Если он мне дан, да, где-то свыше, значит, я его сделаю. Ну, то есть, вот, единственное такое, как бы. То есть... Так вы молодой человек, еще и фаталист. И, вы знаете, как-то не подводит это. А насчет страхов была съемка с режиссером, продюсером с Майами. На самом деле, это было очень сложно для меня. Во-первых, это английский язык, который... Ну, вы понимаете, американский, который со сленгом, и это все надо было понимать, с ним общаться. Притом он особо не разбирался в освещении, ему надо было сказать, какое освещение. Он говорит, я хочу, чтобы это было вот так вот. Вот, я хочу, чтобы это было завтра. Я говорю, ну, к сожалению, это нужно два дня, а не день. И вот это переубедить еще и на английском, еще понимая сленг, как бы это было, скажем так, не так просто. Плюс подготовить все за два дня, за выходные, снять клип... Сложно, но тем не менее, как-то вот я старался просто говорить себе, ну я же этого хочу. Ну я же хочу поработать с иностранцем, ну я же хочу, я хотел всегда об этом. Молодец, дякую. Стефан, а я сейчас хочу спросить у вас, вот какими качествами должен обладать человек, как он должен думать, чтобы достичь успеха? Я думаю, каждый человек разный. И каждый человек должен находиться, свои путь быть успешным. So, это сложно говорить только один путь, потому что люди разные, и каждый человек должен находить свой путь. So, я думаю, должен думать очень сильно и быть готов быть успешным, потому что каждый день у нас есть сложный мир. И этот мир должен быть очень сильный, очень готов. Спасибо вам.
Шановні експерти, давайте побажаємо нашим глядачам, тобто якісь конкретні такі рецепти, над чим треба працювати. Конкретно, що робити? По пунктах, от так. Андрій, ти перший детально. Я вже забагато говорив. Да, ну добре. Ну, я завжди бажаю бути натхненними, тому що натхнення в будь-якій справі – це рушійна сила. Настільки, ну що додати. А я дозволю, щоб стосовно першого страху, до речі, тому що він був пов'язаний з першим національним саме. В той час, коли ми виходили в ефір, готували таку програму, зараз всі знають світ спорту. І який страшний канал. Ні, канал нормальний, це був перший вихід в прямий ефір. Відповідно, в цей момент, звичайно, я мовчав, взагалі нічого не казав, батькам нічого не казав, тому що, ну, мама, звичайно, вона ж всім роздзвонить, всі ж будуть дивитися. Але він пройшов нормально. Ну, я вже другий ефір, я вже сказав нарешті мамі, вона, звичайно, на мене дуже образилася, що я їй не сказав про це вчасно, а вона вже дізналася від інших, між іншим. Але в цей час моя мама обдзвонила все моє рідне місто. Всі були в курсі, що її дитинка зараз вийде в прямий ефір. От, дитинка виходить, а в нас починаються проблеми. То в нас ЗТМ пішов, то в нас не той сюжет. Коротше кажучи, ну, це було ефектно. Тоді було страшно, лячно, тому що, якби, ти маєш щось казати, а там все не так, як планувалося. Але після того вийшов, все зійшло, я пам'ятаю, Женя Козаченко підбігає, редактор каже: «Андрій, слухай, ну, ну ти як? Ти як?» Я кажу: «Женя, заспокойся, я вже нормально». Це позаду. Тому я, мабуть, стосовно цього побажання, не бійтеся помилятися, не бійтеся, коли вас починає паморочитися голова або тремтіти в колінах. То не суттєво. Треба переступити. Ідіть далі, нехай то мене. Тому що ваша ціль повинна бути гідною ваших старань. Ставитися до життя як до гри. Але серйозно. Ну, до серйозної гри, але до гри. Змінити не можна змінити лише одну річ, на жаль. А все інше – це гра. Змінити не можна лише час, правильно? І повернути. Аліночка, підготувавши серію інтерв'ю, які ви можете зробити висновки, такі от по пунктам, та побажати, над чим працювати? Ну, я думаю, что прежде всего нужно для себя понять, для чего ты все это делаешь. То есть, и это постоянно должно быть у тебя в голове. Ты должен понимать, ради чего ты сегодня просыпаешься, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. И делать это с наслаждением. Потому что все, что ты делаешь, как ты идешь к достижению своей цели. Знаете, ведь всегда ты будешь ставить планку все выше и выше. Да? Если ты постоянно будешь напрягаться, думать о том, вот как, да. То есть, нужно немножко... Вот правильно вы говорили, да, нужно немножко с игрой, нужно с наслаждением идти по жизни. И, наверное, еще самое важное – это быть оптимистичным, потому что бывают действительно разные ситуации. Но когда ты все-таки как-то с улыбкой, немножко с юмором и оптимистично на все это смотришь, тебе немножко легче. Очень важно окружение, которое вокруг тебя, люди, которые верят в тебя. Это твои родители, твои друзья, твои близкие, твои любимые. И, наверное, еще такой самый последний пункт – это верить в себя. Потому что когда верят люди в тебя, то ты как раз вот этот самый большой страх, например, для меня – это разочаровать своих близких, да? Так вот, не разочаровать ни своих близких, ни своих друзей, верить в себя, и тогда в тебя поверят другие, и ты добьешься всего того, чего ты хочешь. Дякую вам, Аліночка. Дуже приємно всім нам бачити ріст гостей телеакадемії. Ну то що ж, нам залишається лише прагнути успіху, працювати над собою. А, на жаль, на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Я нагадую всім вам, що якщо ви бажаєте ще раз переглянути цей випуск та інші наші випуски, то ви можете це зробити, просто зайшовши на наш сайт tv.com.ua. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей на Першому національному. Будьте успішними та сміливими!